этот дождь за окном так похож на наши песни, на твои слова, что звучат так красиво. Над осенним повесим и не страшно, поверь, что теперь на окнах решет и сквозь все оцепления и рев сирен я слышу твой голос. Честно говоря, взяли мы это без спроса, взяли из галереи «Свиное рыло». Это какой-то человек, наверное, вы знаете, такая замечательная галерея существует в Санкт-Петербурге. Какой-то человек, или зверь, непонятно кто, он грызет зубами и скоро уже скушает молодую женщину. Вот, кто она? Ну, можно догадываться, что, наверное, это Украина. Но я вам скажу, что сборник мы отдали в печать до начала войны. Я вот отдала этот сборник, а потом я отбывала сутки, ну, 10 суток. И там я узнала, что началась вот эта так называемая, ну сами понимаете, что. Вот, не хочется называть это спецоперацией, все понимаем, что. А сборник наш уже ушел в это время в печать, но еще не был опубликован. И когда вот я вышла, там через месяц где-то вот этот пришел сборник. Нужно понять, что авторы, то есть, конечно, наши замечательные, наша типография, мы второй год уже с ними сотрудничаем, они сделали все, чтобы сборник был нечитаемым в этом году, потому что они понимают, что им, конечно, грозило. Поэтому вот первое тут предисловие, которым я очень гордилась. Тут есть многие наши замечательные фотографии. Карине очень рада вас тоже видеть. Вот, замечательные фотографии наши. Например, наша звезда, наша звездочка, наверное, или большая звезда, скорее всего, Михаил Новицкий. Вот он здесь присутствует отрывками, фрагментами, потому что по понятным причинам не могли мы полностью его тексты, да, поместить. Вот. Но он, конечно же, вот, тоже получился очень мелко фотография, а текст просто нечитаемый. Остальной текст, кроме предисловия, он прекрасно читается. Хотя фотографии тоже. Если у нас там была, например, декларация прав человека с зачеркнутыми статьями, то их тоже невозможно прочитать в этом издании, к большому сожалению. Вот. И самое ужасное то, что когда я получила сборник, я вообще была в шоке. Когда они нам прислали, там было как бы, ну там, расчет стоимости, вот это вот все. И там, короче, было написано ISBN, и, короче, ну, не было, графа была пустая. Но я так поняла, что они все это включили в стоимость. Но когда сборник пришел, там не было ни этого номера. Сборник не был отправлен ни в книжную палату, никуда. Я была в шоке, опять я с ними, короче, это, ну, пришлось доплатить, ISBN они нам прислали. И он у нас сейчас идет вот в таком вот виде. Вот, вот он в таком виде, вот он у нас здесь присутствует. Подумавши хорошенько, помощи УРФ запросил Лукашенко. Мол, Вова, давай, любя, мы ж с тобой не враги. Согласен я под тебя, только ты помоги. Подумал Путин, куку, повыделывался и хватит. И как с демоном Луку удушит в братских объятиях. Но я предсказать не берусь, ведет ли он Минск войска. Поскольку живе Беларусь, фанаты кричат ЦСКА.